Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, Sunshine Full. Блин, мы продолжаем проходить Savile Project Killer. Killer. Так, ой, да ёшкин матрёшкин, что ж такое сложное-то, а? Я даже к тебе еще не успел так часть начать, а ты у меня уже стреляют, ну, еще граната летит. И у врагов, конечно, очень хорошо сделано. Этого я отрицать не буду, потому что это реально круто. И, кстати, я нашел, как нам перейти. Кажется, смотрите, вот тут есть лесную чащу. Нам нужно в лесную чащу. Ну, это Темный Долин показывает, но это на самом деле лесная чаща. Так. Надо вспомнить, я просто не играл давно в Сталкера, я играл сейчас в Fallout в основном, который тоже будет выходить на канале вместе со Сталкером, друзья. Вы не переживайте, что будет что-то одно выходить, будет два выходить, я буду стараться. Буду стараться, потому что это реально сложно будет, но я буду стараться, сука. Так, надо вспомнить чуть-чуть, извините, друзья, что, может быть, первую часть я буду немножечко тупить, затупливать и так далее. Так, что у нас имеется? Я уже забыл, как тут что играть вообще. Артефакт есть, который минус 5000 кровотечения дает. Так, давайте-ка еще раз на нас перелеснемся. И посмотрим, что же у нас в чаще. Я вообще в чаще был, ну, то есть в Солянке, естественно. В основном все локации, которых я был, это были в Солянке. Потому что они в Солянке только используются. Все вот эти локации, на них что-то есть. На них интересно играть, ну, в смысле, по крайней мере, если там нет тайников. Хотя везде есть тайники. Друзья, вот, кстати, напишите в комментах, кто ждет Солянку 2.1, то есть ОП 2, 2.1. То есть ОП 2.1, точнее, даже так вот будет проще сказать. Которым возможность вот какую-то написали. Я не знаю, как это будет реализовано. То, что можно будет как-то очень просто получать тайники. Вообще, было бы прикольно, друзья. Я думаю, вы меня поддержите. То, что мод разделялся бы на два контента. То есть, первый контент — это задание. Второй контент — это тому, кому это интересно, может поставить контент тайников. То есть, будут вот эти задания, это тайники. Но они будут именно, ну, не сразу все вместе, а именно предлагаемым контентом, который может куда-то поставить, а кто-то не поставить. Вот в чем смысл. Было бы очень круто. Я бы играл в Солянку, потому что так-то мод очень хороший, то есть стабильный еще очень важно. А вот тайники, конечно, это выбешивает немножечко. Остальное все у него очень хорошо. Энергетики есть, но я не хочу его использовать. Зачем мне МП5? Понятия не имею. Так, лесная чаща нас ждет. Я понятия не имею, что нас там ждет на самом деле. Аномалия нас точно ждет. Так. Сейчас надо будет еще проверить видео, потому что... Ты ее пересети. Да. Так. Продолжаем. Я не знаю, что там столько много аномалий на самом деле. Для меня это будет немножечко удивительно. Ну ладно, мы пройдем это с вами, естественно. Так, также хотел бы сказать, друзья, теперь в основном я буду пытаться ставить ссылки под видео. Также на канале, может быть, я не буду сейчас точно говорить, но я хочу сделать так, чтобы на канале выходило минимум два прохождения, то есть по 6 видео в день. Я точно вам не скажу, будет ли так работать или нет, но мне надо как-то вообще заходить в эту локацию, я не знаю как. Вообще идеально, это было бы девяточка, то есть 9 видео в день, конечно, не все их посмотрят, но... В любом случае, просто для себя. Мне просто хочется, я вам честно скажу, мне хочется просто, чтобы к концу этого года у меня было 2000 видео. Ну, хотя это невозможно, наверное. Просто хочу 2000 видео себе выложенных. Блин, тут что-то как-то вообще жопа какая-то. Вся локация в аномалиях. Это так проход зарастается, я так понимаю. После уже допелгангеров у меня все зарастается, видимо. Поехали. И, друзья,
хотел у вас еще очень об одной важной вещи попросить. Я все равно когда-нибудь пройду этот мод, поэтому прошу вас сразу, подскажите мне, что есть еще за моды интересные на любую, ну, на любой сталкер, просто вот, который интересно было бы вам посмотреть от меня, от моей, ну, то есть с моими комментариями, как я прохожу и так далее. Поэтому посмотрите, какие вам интересны моды, и напишите в комментариях, какие вы считаете нужными, интересными модами. Ну, кроме ОП-2. ОП-2 я, может быть, продолжу, но когда выйдет патч, потому что сейчас я не... Что-то у меня с ХП оно тратится. А, ну, ясно все. Ясно все, почему оно тратится, конечно. Не хрен лазить по скалам, как сумасшедший. Просто боюсь я сейчас, что меня просто тут захерачат. Тут же твари, наверное, херова туча будет просто. Ну ладно. Вот там артефакт валяется. Приманка такая, что ли? Хорошо. Интересно, что же... Давайте еще раз прочитаем, что нам нужно отправиться по лучшим координатам. СОС. И что там будет СОС, интересно. Опять какая-нибудь подстава вместо СОС. Я бы вообще людям не прочь помочь, но это зона, тут может быть все. Это может быть контролер, который... Нам мозги промоет, и мы там и останемся. Тоже будем звать на помощь. И так будет продолжаться бесконечно, и все сталкеры, которые будут поблизости, будут идти на этот сигнал СОС. И там же умирать. Ну или получать мозги. Получать мозги, главное. Ладно, друзья, я чуть еще не проснулся. Ого, собака пристала чуть-чуть. Я не знаю, зачем я убиваю собачек, если честно, но ладно. Мне нужно чуть привыкнуть к сталкеру, потому что две игры разные. Хотя это, наоборот, проще, наверное. Если бы я играл в солянку и вот в этот мод, было бы вообще сложнее. Потому что там и там нужно что-то помнить. А это не гуд. Хотя бы у нас выносливостью теперь не такие большие проблемы. Жалко, конечно, что у нас костюмы большие проблемы. У нас лучше ничего нету. Давайте получше посмотрим, есть у нас там кто. Хотя он не определяет ни одного врага, но ничего. Ой, не то. Так. Не, как же мне свап оружия здесь нравится. Ну, пока никого не видно. Это очень-очень странно. Я вам точно говорю, может быть, какой-нибудь контролер. Собака. Собаки. Давай. Что-то их много. И все. Ну зато мы убили всех собак. Не знаю, хорошо это или плохо. Вообще животных я люблю, но в этой игре их лучше не любить. Если вы будете любить здесь собак, то вы долго не проживете. Я вам точно скажу. Сигнал СОС исходит из воды. С ума сошли, что ли? Надеюсь, она не очень радиоактивна, потому что по виду она не выглядит очень приятной. Ой, да ебаный в рот. Сейчас, секунду, друзья. Продолжаем, друзья. А также хотел бы вам сказать, вы не хотели бы видеть видео с камерой, то есть с вебкой? Я мог бы это сделать, но для того, чтобы я это сделал, мне нужно, во-первых, ваше согласие, вам нужно, и интересно ли вам это будет смотреть. А так вполне возможно. Это аномалия. Телепорт. Опять в жопу какую-то мы попали с вами. Не, страшно, мне туда идти просто так. Давайте-ка лучше сохранимся. Хм, парниша, вы не превратитесь ни в кого? Волк. Ха. Привет. Здоров, это ты по радио просил помощи? По радио? Помощи? Просили? Но это было сутки тому. Как сутки? Я что, сигнал поймал? Ах, вот зона чудит. Не слушай, бродили мы с Игнатом. С Игнатом? А, ну, сталкервал, ясно, все с ним. А, по этому озеру-то слизни собирали. Как вдруг видим, что-то странное из центра зоны надвигается. На выброс, похоже,
куда прятаться. Места уж места что тут толком неизведаны. Пошли по наводке схрон один да добротный проверить. Да, и на это озеро набрели. Да, на это озерцо набрели. Ну, в общем, за дерево. Что? Короче, ладно. Прочитайте. А может быть, я прочитаю, но просто я только встал, друзья, поэтому я не особо хочу, то есть, хреново читать. Ну, в общем, так, бла-бла-бла-бла-бла. Как вдруг вижу, Игнат под воду ушел, а я за ним достать хотел, как и сам в этой пещере оказался. Просидели мы выброс, ну и назад вылазить решили. А ты сам видел, что за аномалия притаилась. Что делать? Не бродить же здесь по пещерам. Достал рацию, начал просить о помощи. Так юмор в том, что в соседнем тоннеле свободовцы выброс пережидали. Вот они и нам показали, как отсюда выбираться. Мы-то, конечно, пока уходить не спешим. Подожди-ка, свободовцы? Ну да, потом их было много. Притом их было много, вроде как, все, как всем составом. Куда они направлялись? Ну, краем уха слышал, что в темную долину собираются. А тебе зачем? Да ладно, забудь. Окей, а с схронщиком мне поможешь, не хочешь? А что именно требуется? Да надыбал одну карту, на ней скрончик обозначен. А кто, тот, кто ее мне подогнал, говорит, что там чемоданчик со всякими аддонами для столов есть. Заделим, если что. Схожу, проверим, что там. На него метка есть, интересно? Где-то на горе в пещере. С ума сошли? Где я буду вашу мать это искать? А что мне Игнат скажет? Привет, до встречи. Игнат. Ух ты, блядь. Окей. Хрон. Так, друзья, сейчас я, наверное, гляну, где он примерно находится, и мы с вами, хотя он там у нас аномалия, давайте-ка сначала попробуем вот так вот пройти, спокойненько, как болт улетел. Не люблю вообще пещеры, в них очень просто запутаться, особенно без динамики, потому что все на друг друга похожее. Динамику я могу включить без проблем. Ха, интересно. Значит, нам придется, знаете, что сделать, друзья? То есть сначала выберемся отсюда, потом уже думать про тайники будем, про всякие. Сначала нам нужно будет, я думаю, прыгнуть в ту расщелину, в которой я постоянно пробегал, и с помощью нее мы сможем выбраться, скорее всего. Ну или... Ну тут еще есть. Я кругами хожу, такое ощущение. Так, хорошо. Смотрим, где находится тайник. В общем, друзья, особо большой информации я не особо получил, где это находится, но примерно вот тут, кажется. Стоп. Он показал, что это помечено. Нет, это не помечено. Ну ладно, будем с вами искать, значит. Для начала мы поставим еще патрошек к автомату, чтобы было лучше. Будем пытаться искать, где у нас находится этот тайник. Вообще не люблю тайники, я сколько вам уже рассказал, я никогда их нормально не находил, не нахожу, потому что, ну, мне это неинтересно. Вот не хочу бегать и искать тайники. Мне интересен более сюжет, что происходит там в зоне, какие-нибудь перемены и прочее, но никак не поиск тайников. Так что уж извините, но я не буду сам ничего искать, мне самому очень лень. Может быть, мы дойдем, посмотрим, но если там нету, я буду пытаться как-то найти. Хотя не факт. Может, с вами побегаем, посмотрим. Не знаю, честно. Давайте постоим, отдохнем. Так. Благо, что у нас хотя бы перевеса теперь нету. В этом что-то хорошее уже есть.
Так, давайте еще раз прочитаем, где он находится. Где-то на горе в пещере. А, пещера напротив дома лесника была когда-то. Не знаю, сейчас так есть или нет, но это или напротив дома лесника, или где-то еще. Точно я не могу вам сказать, я просто уже не помню. Ну что-то такое было точно. Ну, там где-то пещера была, но не знаю. Фактов валяется херова туча просто. Пусть будет. Мы, конечно, сейчас вообще хиликом станем. Еле бегать будем. Вон там пещера есть. А нет, мне показалось, пещера вон есть. Ага. 10 раз. А нет, вот. Или это просто пещера с переходом? Хотя да, это кажется пещера с переходом. Ну да, остается только та пещера, которая сверху, потому что, как я помню, там у нас, если между камней встать, там можно будет пройти между камней, то есть вылезти, там будет тоже пещерка, в которой у разных модов все разное сделано. Ну, я думаю, вы понимаете, собственно. Хлеба у нас нет, это не есть. Good. И жрать мы хотим уже очень. Довольно-таки немало хотим кушать. Давайте сохранимся на всякий пожарный. Круг чё? Поэтому. Это вообще за текстуры я уже ухожу почти. Как же плохо, что у нас нет еды. Отдохнуть пора бы. Так, вспомнить бы, где теперь находится этот камень, то есть, понятия не имею, если честно. Но я помню, что между камней там можно было где-то протиснуться и залезть, это такое точно есть. Но вот где? Вон камни стоят. Или вот эти. Хотя это очень далеко от локации, да, это... Даже не войти мне туда. Еще я боюсь, что здесь какие-нибудь бабайки будут. Вон на те камни похожи, они большие как раз. Опа. А не артефакт, я думал какой-то моб. Это артефакт. Да, это скорее всего эти камни. Нужны нам вообще эти артефакты? Понятия не имею. Скорее нет, чем да. Угу. Все, приехали. Но суть ясна, скорее всего нам сюда же идти, так что нормально. Друзья, я даже знаю, как нам со всем этим покончить. Да зы ты хуец, блядь. Просто нереальные какие-то кровососы. Нахуя таких делать? Сука. Идите нахер.
это ж просто пипец, ну.